Вы не узнаете меня, ведь я забыт. А когда-то я был известен повсюду. От моей родной Италии до немецких княжеств, где состоялась моя карьера. Всю жизнь моя музыка была на службе у великих мира сего. А вот вы мне знакомы. Приехав во Францию изучать музыку у мсье де Люли, я встретил короля. Да, я имел честь услаждать слух Людовика XIV игрой на клавесине. Я тогда, юный музыкант, был заворожен. Но я трачу время впустую, погружаясь в эти воспоминания. Вам они ничего не говорят. Французы ветрены. Только скроешься из глаз и уже забыт. Однако моя музыка вас не забыла. Хотел бы я, чтобы вы услышали ее словно впервые. Я, Агустино Стефани, композитор, дипломат и священник, возвращаюсь с моей музыкой в Версаль. И на этот раз ручаюсь, вы ее не забудете. Вот моя цель. Такова моя миссия. Чичилия Бартоли. Филипп Жируски. Агастино Стефани, Франк Делаш. Хор швейцарского радио и телевидения. Ансамбль барочной музыки и баракисти под управлением Диего Фасолиса. Когда я приехал во Францию в 1679 году, Версальский дворец еще не существовал. Он был всего лишь мечтой монарха, чью неумеренность разжигала страсть. Моя мечта куда скромнее. Я хочу, чтобы музыка увлекла вас, околдовала в каждой дворцовой зале, где она сегодня прозвучит. Но слышите? Моя музыка. Я слышу ее. Она готова зазвучать. И слушая ее, вы поймете меня. Più non basco, 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 più non
lindo visage al mundo y su contenta que es su.
Большую часть жизни я провел в Германии, при дворах в Мюнхене, Дюссельдорфе и Ганновере. Сколько я сочинил там опер, и смею надеяться, не дурных, об истинных и мнимых достоинствах принцев, которым служил, и о недостатках их врагов. Мои оперы бесспорно многим обязаны мсье де Люлли, но душа их не перестала от этого быть итальянской. Ибо, несмотря на Париж и Ганновер, я итальянец. А поскольку долгое время я был певцом, музыка моя навеки сплелась с пением, как и с красками моей родины. Thank you.
Никогда я не бывал более плодовитым композитором, как в те времена, когда мой дипломатический дар давал мне свободу. Ватикан отослал меня, католического священника, в раздираемый Римом и Реформацией немецкие княжества как посланника, в надежде вернуть к истинной вере того или иного герцога, по ошибке вступившего на путь протестантства. Лютеранским принцам Ганновера не было дела до моего католичества. Они использовали мой талант для устройства выгодных браков или убеждения тех или иных в верности их политике. Конечно, случалось мне не справляться с возложенной на меня миссией, но труды доставляли мне немалое удовольствие. Дипломат и даже шпион, которым я стал, пил уже из иного кубка, чем музыкант. Но, Боже, как мне нравилось это. Спорить и убеждать посредством идей, сколь возможно тонко и умно, и всегда следовать цели. Oh,
Не талантами дипломата хочу я поразить вас сегодня, а тронуть вам сердце моей музыкой. Разве не душой творил я ее? Не служит ли она ее подлинным отражением? Однако, не думайте, что я стану говорить о моей музыке. Я предпочел бы оставить это близкому другу, который однажды написал мне, как присутствовал на вечере, где звучала моя музыка. Я и сейчас слышу его слова. Ты не представляешь, как твоя музыка захватывает человека без остатка, трогая и воодушевляя одновременно. И все, кто был там, ощутили ласковые волны, ласкающие и ободряющие душу. Agitato
Хотя дипломатические обязанности отвлекали меня от музыки, я никогда не бросал ее совсем. И пусть история позабыла меня, слишком итальянца для немцев, давнего изгнанника в глазах итальянцев, исторически я определяю свое место где-то между Монтеверди и Вивальди. А если вы слушаете внимательно, простите мое тщеславие, но не можете распознать некоторые музыкальные фразы, то, на мой взгляд, это отзвуки языка Генделя, Телемана или даже Баха.
prendo consiglio, se non da furore. Non corregno desio di vendetta, desio di vendetta, e zero furore, desio di vendetta, e zero onore. Non prendo consiglio se non da furore. Non prendo consiglio se non da furore.
Пришло время прощаться. Под взорами из прошлого версальских статуй моя музыка неспешно растворится в тишине. Но, думаю, теперь ненадолго. Я был так рад снова встретиться с вами. А когда зазвучит моя музыка, слушайте ее сердцем. И прошу, вспомните об Агастино Стефани, композиторе и священнике, возвращенном из небытия чудесным летним вечером в Версальском дворце.